Ребятки, сегодня я решила приготовить на ужин котлетки. Ленины любимые куриные котлетосы. Ой, мне еще потом вечером предстоит здесь полы мыть, потому что дождина на улице. Набросали болото. Вон свиняка ходит, Альма. Я ее тут держала в хате. И она выбежала, зараза. И теперь у нее лапы в болоте. Все, на улице. Говорю, в будке сиди. Вон ходит. И лапы по одной. Ей мокро, лапы по одной поднимает. Стоит на одной лапе задней. Тю. Ой, вот так вот ходит. Сейчас я вам Альмаку покажу. Сейчас окошко открою. Альмака! Альма, мама тут! Альма! Альма-собака! Иди сюда! Альма! Не поймет, что такое. Альма! Альмака! Альмуша! Альма! Там окошко посмотри! Пошла к двери. Чучундра. Ой, Алена говорит, а дождь пошел, окно было открыто. Как полилось тут дождь, сейчас надо подоконники вытирать. Ну уже ладно, потом. Дождем залила, как сюда обфигачила. Так, ребята, привезла я с квартиры свою мясорубку. Боже, я ее складывала. Не пойму, как она тут должна лежать. Достаю мясорубку. Я вся раненая, пораненная, короче. Достаю мясорубку. Как ее компактно тут складывать, я не знаю. Так, вот это надо? Или что? Что где? Где что? Где что? Вот это что за штучка такая, я даже не знаю. Так. Мясорубка. У меня есть куриное филе, разморозилось. И я в котлеты куриные добавляю, ребята, сало. Просто, сейчас у вас чуть-чуть так вот повыше. Просто свежее сало. Так, вот еще какая-то штучка. Что-то такое. Наверное, как-то так. Так. Вон он нож. Я как калека, короче, с этими руками. Теперь не чувствую пальцев, ничего. Везде мозоляки. Так. Ржавеют вот эти вот ножи, кроме одного. Вот этот ржавеет, хотя их насухо всегда вытираю. Кроме вот... Блин, кроме вот этого. Так, буду на какую? На среднюю. На среднюю перекручивать. Ага, вот она, крутилка. А это все... Мне не надо. А это что, сок типа делать, наверное? Тут что зажимается. Так, вот это мне не надо. Вот это тоже не надо. И вот это тоже не надо. Все. Это пока убираем. Пекут, короче, надо обрабатывать ту рану. Она у меня пульсирует так. Бум-бум-бум. Вот так. Капец. Ой. Так, вот эту тоже штуку сюда положу сразу. Ну, Юля, конечно, сегодня дала без перчаток бурьянчик. А он такой толстый, жесткий, двумя руками, потом правой, левой, правой. Я чувствовала, что у меня печет. Я думала, ну, я не думала, что такие будут последствия. Немножко заигралась с бурьяном. Так, сейчас я мясорубку сложу. Так, потом чё ты? Есть. Потом вот так. Потом вот так. И вот так. Закрутили. Есть. Отставляем. Так, куриное филе. Сейчас я его порежу, нарежу. С руки помою. Все, дождь уже закончился. Теперь сыро, грязь, болото. Возьму большой нож. А, еще у меня есть начищенный лук там на улице, кстати. Я его сюда использую. Оно такое чуть подмороженное. Видите, у меня теперь руки-крюки. Ну, Юлька, негодяйка. Мама сейчас звонила, спрашивала, что там в больнице, я рассказала. Будем сдавать анализы. Завтра встаем рано утром и на 7 утра едем сдавать анализы. И что, вы думаете, я должна была сегодня приехать и позвонить, записаться на УЗИ? Я позвонила? Нет. Блин. Потому что у меня много дел. Сколько уже время? 19:15. Что, уже завтра утром позвонить чешу. Так. Это в мусор. И теперь сюда еще пойдет у меня сало. Сало в пакетике размерзлось. Меня Лена обожает куриные котлеты. Так, сало. Я шкурку вот эту вот снимаю. Собачкам отдать ее. Вот. А сало нарезаю на кусочки. Так. Вот такое, видите, с прослоечкой. Сальцо. Ну, они сочнее получаются. Иначе, ну, само по себе куриное филе, оно же сухое. Поэтому я всегда добавляю сало. Так, сколько? Еще кусочек. Вот этот вот. Жук. Жука отпустили погулять, он побегал. Попрыгал, весь мокрый, аж выглядит похудавшим. Во-первых, мы его вычесали хорошо. Он уже как будто худее стал, потому что клоками эта шерсть, ну, так торчала. Вот, хватит сала. Это в морозилку закидываю. Вот. А сейчас еще намок на дожде. Такой худенький-худенький мальчик совсем. Совсем-совсем. Так, все, я иду за луком. Вот он лук, но я его чистила, еще начищала дня 4 назад. Он такой завял, подвял. А-а-а, ножом тыкнула. Сейчас я его реанимирую немножко, верхнюю уберу. А, сейчас посидела, почитала комментарии немного. И там пишут, там, что мы покупки показывали. И Сергей купил домой чай. И, естественно, возник вопрос, как так, вам же Ирина с Германии прислала столько чая, почему Сергей покупает? Ну, ребята, фруктовый чай, они такие легенькие, Сергей пьет в течение дня вместе со мной и Леной. Вот. А утром он привык пить свой родной, любимый чай, крепкий, проверенный. Вот. То есть без своего чая, ну, привыкает человек и все. Знаете, как кто-то кофеман, и пьет по утрам только свой любимый кофе, вот к которому он привык. Так и Сергей. А, мне тут раны. Я бегу, блин. Мозоли. Видите, руки-крюки, не может даже ничего держать. Вот. А у него как раз этот черный чай крепкий закончился. Поэтому он купил. Вот и все, вот и все. Ой, ядреный лук. Слушайте, а окошко-то можно уже же открыть же. Дождь-то закончился. Ой, подоконники грязные, ребята. Ветряк. Лена говорит, ветряка как начал дуть, все как полетело. Тут такой ветер был. Да оно видно, яблоки попадали вон. На яблоне такое ветрище был. Оно и видно, что это было, что-то такое черное, страшное идет на небе. Вот. Листьев куча во дворе. Короче, тут все летало. Не дофига это я лука. Просто он, ну, портится. Надо его куда-то использовать. Ну, сейчас посмотрим. Ой, как он! А! Печет до глазки. Так, ну что? Погнали. Жалко, что у меня прям рядышком тут нет розетки. Сейчас попробую дотянуть максимально. Насколько у меня там... Не, ну тут более-менее такой шнур. Можно дотянуть. Оп, о, там нормально. Ага, надо мисочку удобную какую-то. О, вот такую беленькую. Вот. И сюда я буду так, чтобы вам видно было, да? Буду крутить. Поехали. А, вот эта штучка мне нужна. Ой. И забыла, как включать. Перекрутила. Блин, я не знаю, чеснок добавлять. Хотя Лена любит без чеснока. Но если что, я сейчас потру на терочке своей. Так, все. Фарш готов. Сейчас я его перемешаю. И посмотрю, нужно ли этот. Это помыть надо будет. Посмотрю, надо будет ли добавлять яйцо. Блин, я своими искалеченными правая хотя бы рука более-менее у меня. Потому что, ну, сам по себе куриный фарш, он такой получается, ну, всегда жидковатый. Если яйцо добавлю, трудно будет собрать котлетки до кучи. Наверное, не буду добавлять яйца. Оно и так хорошо держится все. Хорошо перемешаю. Что я мешаю? Надо добавить соль, перец сразу. И тогда уже перемешивать, правильно? То я делаю... двойную работу получается. Так, переставила я, у меня в шкафу стояла коробочка со специями, я переставила ее сюда, чтобы она у меня была под рукой. Вот здесь на подоконнике. И мы добавим чего? Чего? Черный перец у меня в другой коробочке. Да-да. В другой вообще. Вот тут соль у меня. Неудобная эта баночка. Так, хватит. А перец в коробочке. Вот такой. Кстати, у меня мало черного перца. Ой, стоять. Нормально. Хлеб чуть не упал. Мало уже перца, надо купить. Перчик черный. Вот так вот. И теперь хорошо перемешиваю. Не буду, короче, добавлять чеснок. Тут и так лука я бабахнула нормально. И сейчас буду ставить сковородку. Но я пойду жарить на улицу, чтобы тут не вонять, потому что нам здесь спать. Я сейчас на дощечку налеплю котлетки. В муке обваляю и пойду туда. Там у меня плитка стоит. Буду там обжаривать. Чтоб соседям пахло. У нас получается за гаражом сразу двор соседей. Я бывает слышу, когда бабушка Женя что-то готовит, там вкусненькое, запахи идут. У них, наверное, там где-то летняя кухня прям сразу. Вот. Ой, что-то в глаз попало. Так и я тут жарю, они, наверное, слышат запахи, ароматы. Что там, Юлька, готовы? Вкусненький такой. Так, все. Готовые котлетки. Можно было бы яичко, но не нужно. Сейчас полепим и пойдем туда. Не вносились три. Я не, чтобы взять новую большую сковородку. Я забыла за нее. Надо было, чтобы вся партия влезла. Теперь это... Куда пошла? Иди сюда. Теперь возиться вот это вот с ними. Еще сейчас макарошки поставлю. Ребята, дождь, ребята. Сидим, капец. Опять пошел дождь. Ой, нескончаемо. Все залил. Абсолютно все. Надо будет свет. Все мокрое. Да, тут темно. Короче, так пригодился мне плащик. Я хожу туда-сюда. Мы у меня сверкаем. Короче, шо, сели, хоть посмотрели прогноз погоды, да, на сегодня дождь, завтра тоже, но, слава богу, утром вроде не должно быть дождя, мы утром собираемся рано-рано в больницу ехать, не в больницу, а анализы вот эти сдавать, ну, они же все утром сдаются. Короче, анализы будем сдавать в платной больнице все, короче, потом расскажу, сколько чего получилось, сравните ваши города. Вот, завтра дождь тоже, но, по-моему, после 12. Короче, и для интереса, пишут, кто на море сейчас отдыхает. Дожди, дожди, хорошо, что вы не поехали, море холодное, дожди ливанули. И посмотрели, у нас дожди, Очаков посмотрели, дожди. Это наши друзья там под дождями сидят, да. Такая неделя выпала дождливая. Потом Железный порт посмотрели, тоже дожди. И у нас, и в Очакове, и в Железном порту начинается теплая погода где-то с 8-го, с 9-го числа. Уже без дождей, уже солнечно и повышение температуры. Потому что оно так, понятно, что жара. Ну, тоже, но на море, когда едешь, ты надо, чтобы не было дождя, и ты спокойно себе позагорать. И наших все. Друзей, Димона Людмила в Железном порту. Да, да, кстати, тоже под дождями, наверное. Наши в Очакове застряли тоже, дождя. Тем более, и как раз мне назначили же УЗИ и щитовидной железы, и гормоны щитовидной железы. А мне, я уже запоздала, мне надо было сдавать еще все это месяца 4 назад. А то и 5. То есть ну, нормально, как раз все это поделаем, все это посмотрим и не все. Даже если что-то где-то не так, впереди можно заняться после лета, с осени там или что, да? Ну посмотрим, да. По результатам анализа посмотрим. Да. Конечно, мне хотелось бы удалять щитовидную железу, хотя ну, вот, врач, к которому я здесь хожу, она постоянно настаивает, удалить надо и жить, удалить и все. Не знаю я, если орган хоть как-то работает, я считаю, что удалять его мне это самое. То есть все узлы, которые у меня там, они не злокачественные, все, ну, функцию сколько раз брали, и все нормально. Ну и потом то, что вырезано на гистологию отправляют, все нормально. Ну, короче. Посмотрим, что будет. Обратились к доктору. Хай ищет. А я ему же этот самый, пока там распечатывают ксерокопию, я ему же дальше рассказываю. Мне надо, я пришла и говорю, мне же надо максимально ему картину всю, чтобы он понимал. И говорю, вы знаете, я так заметила, что оно не только на солнце влияет, а на температуру окружающей среды тоже, то все. Он такой повернулся и говорит, ну то, что вы мне это рассказываете, это на уровне фантастики, конечно. Я говорю, это чисто мои ощущения, ну понятно, такой фантазерка. Ну я рассказываю, как чувствую, как есть, да, мои предположения такое. Ну, вроде как эту ситуацию с ветами он пока отвел, послушал за мою щитовидную железу, за другие операции все, кто... Вот, короче, будем искать, будем смотреть. Короче, я только знаю, что один анализ на гормоны, вот эти, по-моему, гривен 700 стоит, только один. Но он сказал, что говорит, я обычно столько анализов много не даю, но здесь, так как мы, ну, причины даже приблизительно, вы только в начале пути, как бы, да, вот именно с ногами, с этими, у вас уже много лет, то надо сразу в каждую как бы точку бить все анализы, чтобы он увидел и чтобы было понятно. И почки проверить, и все у нас. Но он сказал, что мне не нравятся ваши глаза, ну ваши эти мешочки вот глазами. Ну я рассказала, говорю, у нас семейное, всем не нравится. А что, думаете, мне нравится? У мамы такое тоже, у бабушки было, у тети такое, ну короче, у дедушки тоже. Ну у нас какой-то этот... По роду у нас передается такие штучки под глазами у всех. И что, у всех почки больные? Нет, я почки проверяла. И в прошлом году проверяла. Сказали, в почках есть чуть-чуть песочка. Но я говорю, это ну, серьезно, что-то он говорит, у каждого в вашем возрасте есть чуть-чуть песочка. Ну, то есть немножко. Ну, а такое ну, не было у меня никогда. Почки я же проверяла, то ничего нормально. Глазки не от почек. Ничего, такие дела, ребята. Все будет хорошо. Сегодня мы пораньше поужинаем. Да, сейчас поужинаем, да ляжем спать, потому что в 6 утра вставать нам. Это мне надо не надо завтракать, выспаться. Ничего. Ну, да. Самое. А воду можно пить просто воды? Не знаю. Наверное, можно воду. Наверное, воду можно. Короче, чтобы, потому что анализы дорого, платно, надо, чтобы качественные получились. Вот. И сейчас уже начало 10-го, сейчас будем ужинать, я макарошки наварила, котлетки есть. Зелени не нарвали, сейчас под дождем уже. Да нет, там болото конкретно. Ну, по-моему, помидорка одна где-то у нас есть. Животины здесь лежат, вон одна животина. Вон с Сергеем рядом второй животина. И вот он, жук, Костян. В будку жук спрятался. Альма, зараза, проскочила домой. но она, мы сказали, Мишка, быстро вот так вот, и она под кровать. А там получается вот так смешно, да, она приноровилась уже, залазит под кровать и вот так вот. Там выше получается, а именно, чтобы залезть, она так расплющивается, и задние ноги, как ласты сзади, такие, и она уже именно проскакивает, на пузе туда скользит, а там уже нормально. Потому что на кровати сейчас будет лезть, это, блин. Ну да. Такое. Комары кусают. Сегодня в аптеке была, спросила какую-то мазюку от комаров. Доктор обратил внимание, ноги так покусаны. А может, у вас аллергия от комаров? Да, да нет, еще у нас нет. Да. Ох, еще сильнее пустился. Да, конкретно. Что? Пошли, как раз греть не надо, оно все тепленькое, готово. Да, кушаем и спать, мамочка. Пораньше сегодня ляжем. Уже пока на улице постояли, они пока несли одну тарелку, вторую уже подостыли, греть не будем. Папка, макарошки, котлеты. Это я делала, оставался у меня соус томатный. Я сюда кабачки протушила. Вот, томатный соус, паста собственного приготовления, помидорчики. Ленные кабачки все никогда есть не можем. Малюха тут сало, лук, хлеб. И это такие вот штуки, ребята, очень вкусные. Мы покупали арахис в шоколаде. Обалденная штука. Ай, комары кусают. Чай горячий. Сразу, да. Чаечек. А какой ты его сделал? Лесные ягоды. О, мы еще не пробовали. Мы пробуем все чаи, что Ирина прислала. Спасибо большое, Ирина. Спасибо, Ирина. Спасибо. Раскрываем все классные пачки, потому что хочется и тот попробовать, и тот. Да, ну, да, так да. Тягаем по одному с каждой. Все классные. Все офигенные чаи. Они прям натуральные, да? Там такие кусочки ягод. Да, классно, видно. Классно. Так, ну что, и все, ребята, кушаем, да будем готовиться ко сну, там видос загрузим, и все, и баньки. Ну, я еще полежу в телефоне, ваши комментарии немножко посчитаю. Все, заходите в гости, всем спасибо, комментарии, там, лайки ставьте, подписываться не забывайте, все, пока-пока. Пока-пока, ребята.